Утро 1 сентября для всех началось по-разному. Кто-то так и не смирился, что учиться теперь придется 11 лет, а кто-то, напротив, стремился поскорее сесть за парту. Ученик первого класса Данил Перов к новому этапу своей жизни готовился основательно. Ходил на подготовку, много читал, школьные принадлежности выбирал вместе с мамой. Поэтому вопрос, как Данил представляет себе обучение в первом классе, в тупик его не поставил. Ну, везде будут первоклассники, учитель. Сижу за партой. Как будешь учиться? Какие оценки будут у тебя? Наверное, пятерки. Соскучились по школьной жизни после длительных каникул и ученики постарше. У восьмиклассника Тимура Курбанова на предстоящий учебный год большие планы. Выйти на отличника, познать новые знания и познать новые науки. Торжественная линейка в 149-й школе начинается с приветственного слова и поздравления главы города Елены Лапушкиной. События последнего времени, которые происходят в мире, очень ярко демонстрируют, как важно то, что мы вкладываем в наших детей. Чему мы их с вами учим? И что такие понятия, как семья, доброта, честь, порядочность, любовь к отчизне – это не пустые слова. Это то, на чем стоит наше с вами государство. И я хочу всех поздравить и пожелать, чтобы этот учебный год был полный ярких, красивых событий, запоминающихся. Чтобы вы узнавали новое, получали новые знания, знакомились с новыми людьми. Пусть этот год будет для всех мирным, счастливым, здоровым. С праздником, друзья! С Днем знаний школьников поздравили руководитель департамента образования Ирина Коковина, глава промышленного района Даниил Морозов, а также герой России генерал армии Александр Баранов, чье имя носит 149-я Самарская школа. В его честь в учебном заведении открыт музей боевой славы «Самарцы на службе Отечеству». Вспоминая свои школьные годы, Александр Иванович отмечает, современная система образования, как и та, в которую он пришел еще первоклассником, славится сильными педагогами и достойной учебной программой. Порядочностью, во-первых, скромностью и, я бы сказал так вот, именно вниманием к каждому ребенку отдельно. Торжественная линейка завершилась выступлением аниматоров и творческих коллективов. В этом году в первые классы 149-й Самарской школы пошли 136 учеников. Всего за парты в столице региона сегодня сели 128 тысяч ребят, почти 15 тысяч из них впервые. В школьных классах, кружках и секциях их встретили 6 тысяч педагогов. Ну а старт новому учебному году по традиции дал первый звонок. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.